Вы будете по мирным стрелять! Сегодня в Украине народ перекрыл дорогу российским военным на проезжей части. Они с возмущением кричали фразы «оккупанты», «фашисты», «убийцы». В результате солдаты открыли предупреждающий выстрел, но это не напугало украинцев, и они бросились под военные машины с требованиями русских покинуть их родину. Оккупанты! Оккупанты! Домой! Домой! Мы безоружные! Фашисты! Вы будете по мирным стрелять? По мирным! Без оружия! У нас нет оружия! Еще раз!